Так, здравствуйте, товарищи. Пока я не вижу, чтобы кто-то смотрел мой стрим, но я думаю, сейчас народ наберется, и мы начнем нашу сегодняшнюю битвочку. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Дурацкие наушники. Так, сейчас я буду... Так, люди, кто сейчас узнал о стриме, кто хочет поучаствовать на нем, срочно всем заходим в ПСН и начинаем... присоединяться к моему стриму. Сейчас я, кто у меня в онлайне, я буду скидывать инвайты. Мы начнем сегодня наш сегодняшний стримчик. Сегодня думал, что бы мне начать играть, что бы застримить. Ну, сегодня Street Fighter X Tekken стримил. Да, я заговорил. Вот, потому что на Mortal Kombat можно деньги заработать, а на Street Fighter X Tekken практически нету. Вот. Музыка как, тихо слышно? Не слышно вообще музыку? Мне главное этого добиваюсь. Так вот, хотел сегодня по Virtual Fighter стрим устроить, так никто не отзывается из тех людей, кто это... Из тех людей, кто может сыграть в эту игру. Думаю, что, Street Fighter, думаю, стрим сделает? Нет, тоже народу мало. Думаю, ладно, буду Mortal Kombat. Игру вообще не слышно, вот это я и добиваюсь. Главное, было слышно, чтобы мой голос, на остальное не важно. Потому что при зарабатывании денег, ну вот баннеры, если музыку будет слышно, Mortal Kombat, тогда я не смогу какие-то деньги зарабатывать. Но плюс в том, что я на таких стримах однозначно буду комментировать и постараюсь как можно больше, как можно лучше. Так что вам в плюс это, пацаны. Так, давай, сейчас приглашаю Пашака. Пашак. Я опцию звука убавил так, чтобы вообще слышно не было. Звук там есть, только он тихий. Так, начинаем приглашать. Моих участников стрима. Народ сразу появился, правильно. Кто-то зашел, что ли? Нет, пока еще никто не зашел. Так, тем временем у меня водичка идет. Ой, с Маргелем, конечно. Так, Арзу, давай играть. Сейчас я ему скажу, наш крутой паренек, который очень хорошо играет. Так, так. Так, идем на стрим. Народ сразу прибежал. Через микшер, да. Ну там в настройке этого. В настройке самого этого. Так, вроде всех пригласил, все вроде зашли, нет, Пашак. Сколько? Раз, два, три, четыре человек, пять человек. А тут почему-то четыре, а кого не хватает? А, вот одного не хватает. Одного не хватает, вот, давай, заходи. Посмотрим, отзовется ли у нас Арзу. Будешь играть? Будешь, аль нет? Мы пока не будем тратить время. Тут у меня спрашивают, можно ли Street Fighter X Tekken настройки звука убавить, музыку в остальное оставить. Я вот предыдущий стрим, который был, один стрим, да, я там смог сделать, что я смог все-таки на Street Fighter X Tekken, то есть монетизировал свое видео. Там, да, звук также надо добавлять. Но мне просто лень. Сегодня я мог, конечно, так сделать, но мне лень было комментировать. А раз мне лень было комментировать, значит, все остальное лень. Ну все, начинаем. Я, конечно, играю своим любимым Джаксом. В смысле? А, это? Нет, я не хочу в настройках игры, потому что я забуду про это потом. О, хорошая связь. Это вроде из... Вот этот чувак, Маргель МК, он вроде из Самары. Если я не ошибаюсь, вроде Самары. Ну что, начинаем первый бой. Первый бой. Я, как говорят, сейчас буду зажигать. Зажигать. Ну что, начинаем биться. Так, первый удар за мной.
А как тебе мой кулак? Как? Давай, делай свое. Апперкот тебе. Так, не подпускаем его. Еще раз апперкот. Попоймал меня. На тебе. Нет, не... Ну, главное, чтобы слышно удары, все остальное не важно. Так, первый раунд за мной. Он начинает... Так, меня начинает пинать. Жок? Да бляха-муха. На, подлагивает, конечно, подлагивает. И... Куда ты, мой родной? А, почти, я почти его сделал, почти. Ладно, ничья у нас идет. Начинается так бесконечная комбинация. Апперкот ловится. Не успел поставить блок и всасываю, всасываю. Блин, потратил целую линейку. Так как тебе? Пока. А, нет. Это я про себя сказал. Да уж. Что-то как-то не очень у меня пошло все. И я проиграл. Зато сейчас у меня есть возможность комментировать, что-то вам говорить. Ноль кто-то поставил. Ну, спасибо, дорогие мои. Спасибо вам за ноль. Кто-то 10 поставил. Так, что у нас такое? Вы, пацаны, определитесь с оценками-то. А, что-то у нас Арзу не отвечает почему-то. Арзу, почему ты молчишь? Арзу, давай. Так, сейчас. Абалон Ягуар, я этого игрока еще не видел, как он играет в Mortal Kombat. Сегодня мы оценим его скилл. Так, Маргель МК все-таки остается верен своему Кунглаву, Люкангу. Так, кого же выберет Барака? Очень неожиданно. Очень-очень неожиданно. Я считаю. Очень-очень. Очень-очень-очень. Так, начали мы в 3 часа, если что. Ну, посмотрим, что на что способен. Так, посмотрим, давай, барачку. Ох ты, наказал через фаербол, это четко было, четко. Так, пока-пока. Ну, не туда, начинает, зажимает, убивает. Брейкер не... А, брейкера нет. Опять. Вот мне бесит этот Люкан, вот эта комбинация бесконечная. Раз, два, раз, два. Мне кажется, она очень просто выполняется. Раз нажал, два нажал, раз нажал, два нажал, и все. Делов-то. Так, что-то у нас проиграл Барака первый раунд. Надеюсь, тут она что-то... О. Комбо умеет делать. Хорошо наказывать. Да, это его плюс. Как он... Зашинковал его в капусту-то. В ответ Кунглау не сдается. Нет, инков я не знаю, есть, нету. А, иксовые. Ну, Люкан слишком прямолинейно играет, и это ему помогает выиграть пока битву. Ну давай, Ягуар, ну ты чё, бляха-муха. Просто поставил блок бы и наказал бы. Как-то не очень, не очень. Что-то вообще у нас сегодня как-то... Слабоват, слабоват. Скилл какой-то у нас сегодня слабенький. Вы уж извините. Я тут ни при чем. Я-то сам в Mortal Kombat играть не умею, но... Все зависит от тех людей, которые находятся у нас на стриме. Из таких крутых игроков пока... Ну, может, пока Пашак что-нибудь покажет.
Ну, не знаю, тоже сомневаюсь. О, появился еще один у нас. Еще один у нас появился. Ох ты, смог. Необычно, необычно. Посмотрим, что из этого выйдет. Какие у нас будут возникать ситуации. Два ниндзя. Так, смотри-ка, Маргельна собирает Скорпиона. Неожиданно, неожиданно. Да вот он играл другим персонажем. Маргель умеет делать комбо. Так, смог, давай. Супер комбинацию, облигацию. Наказывает. По максимуму наказание максимально за такой промах. Гарпуном ему прямо в сердце. Апперкот хорошо с антиэйр. Но Скорпион все-таки... Ох ты, хорошо наказал за огонек-то. Нифига себе, вот это было круто. Пашак, что-то мне кажется, сейчас проиграет. Да, он проиграл, к сожалению, для него. Так, начинаем второй раунд. Давай, я болею, в конце концов, за смок, потому что... О, так, давай, давай. Пашак. Пашка. Не Пашак, а я буду... Пашка, давай, Пашка! Ну, Пашок, ну ты чё? Может, его имя у этого игрока настоящий Паша. Все вероятно. Пока ничего не можешь противопоставить. Эту прессинку этому и выиграть. Все. Апперкот? Нет, смотри-ка, диод комбо, наверное, тренируется. Ой, понты, понты. Третий, какой уже третий человек повержен или второй? Я уже путаюсь. Я уже путаюсь. А вы? Так, скоро уже я буду выступать. Мне кажется, я смогу одолеть Маргеля. МК. Ноль. Пашак поставил ноль. Это за то, что он, наверное, проиграл. Он решил как-то отомстить своему сопернику и поэтому поставил ему низкие оценки. Но это не страшно. Так, вот о, Кретос, да, это супер необычный Кретос на стриме. Ну, посмотрим, знает ли матчап Маргель. Почему нечестно? Все честно. Что конкретно нечестно? Что выбрал Кретоса? У нас тут свобода выбора. Ой, чувствую, что-то у них там вообще лагает, нет? Посмотрим, что из этого получится. А, что низкий поставил? Да какая разница? Ну, не знаю, у меня DLC, у Mortal Kombat все закуплены. У меня куплены, ну, скачаны эти дополнения. Смотри-ка. О! Вау! Нихера себе, 40%! Да, чувствую, сейчас Кратос будет отжигать. Красиво он ему вставил ножичком ему в черепочек-то. Ну, ослепил Скорпиона. Блин, если смотрите, Кратос-то победит, придется мне с ним биться-то. Я что-то не очень хочу с этим. С этим картоснёй-то ты. Мне кажется, проиграл, все, да. Да. Тем временем у нас на стриме в чате появляется Кингуша. Приветствую тебя. И что ты говоришь, что типа я выбил бы 55%. Понимаешь, у нас на стриме такие монстры, как ты, играют. Ты вообще обещал, что скоро на в онлайне Mortal Kombat будешь играть, или как? Ответь мне в чат. Так, Кратос вперед идет. Ух ты, нифига себе, что за ресеты такие непонятные. Ну, что-то... Инж. Типа, ты будешь играть такой Джастин? Надеюсь, там хороший онлайн на самом деле сделают. О. Я даже, может, эту игру куплю, чтобы... О, как он у все кишки вырвал! И добивающий удар! Промазал. И Кратос... Ну-ка, смотри, Скорпион делает камбэк. А, отлично. Ну, что-то хоть оригинальное, интересное. Так, сейчас мне придется биться с этим качком.
Что-то тем временем Кингуши пишет. Я у нас с запозданием все пятерочки поставили. Пятерочки, понимаете? Ну это не высшая оценка. Так, сейчас мне придется извращаться. Вот просто извращаться. Извращаться. Неужели он будет опять краться? Только не кратиться. Нет. Зачем ты это сделал, сын мой? Это же будет плохо для тебя. Опять я тоже выбрал арену. Наверное, ему нравится эта арена огненная. Или он хочет мне какой-то фаталити? Стейдж. Я, кстати, забыл стейдж фаталити у этого. Ну ладно, посмотрим, на что я способен. Что я смогу сделать против этого лысого придурка? Правда, мы два лысых придурка. На тебе похари, мой малыш. Пока у меня получается. А, я хотел сделать апперкот. Да, лагает, конечно, адски. Меня ослепили, я ничего не вижу. Нихера себе у меня был 47%. Ладно, сейчас Джаксы не сдаются. Даже в лагах Джаксы не сдаются. Сейчас будут... Не спать. А-а-а, красиво. Я, как говорится, показал, как надо играть в Mortal Kombat за Джакса. Как бы это нубски не звучало. Перебивает меня. Наказываем всякую туфту. Ну как так? Что это за бредятина такая творится? Так, мне пускают кишки, нет? А-а-а, я лошара. Извините меня за мой английский. Вообще ничего-то, ничего вообще не получается у меня. Избиение, происходит избиение. Ух ты! Неужели забьет? Так. Куда у меня в спину? Да, красивая, конечно, комбинация, я проигрываю. Тут Кингуш пишет, да Кратос дерьмо. Ну, против нубов самое то. Понимаете? Так он, да, может, и дерьмо. Так, посмотрим, кто у нас еще тут есть. Не, в Mortal Kombat вроде больше никто не играет. А, вот, Тримор, идем. Пишет. Сейчас приглашу. Ой, блин. Дурацкая PlayStation. О, слышите, кто-то выбрал сектор. Так, позову я еще одного человека. Надеюсь, он посетит наш сегодняшний стрим. Так, смотри-ка. Выбирает Cyber Sub-Zero. Опять, теперь два робота. Красненький и синенький. Что это такое было? Да, кобры показывают класс. Ну, это, конечно, не флет, но все-таки. А это, в конце концов, не мумирах. Ну, все же. Прыгают, бегают. Металлические звуки. Да, одни прыжки. Ну, что-то какие-то... Где комбо? Я не вижу комб. Хочу комбо, сплошные комбо. Давай. Да. Да, что-то как-то не это. Не зрелищно. Покажите нам красивую игру. В конце-то концов. Нет, брейкер не дает нам показать красивую игру.
Да, порит комбо и все остальное. По поводу нормальных игров я не знаю. Я Тримора Олда пригласил, посмотрим, что он присоединится, не присоединится, может, он нормальный игрок. О! Нет, флета нету. Он не в онлайне, по крайней мере. Все его из друзей не удалил. Ну... Апперкот. Это вещь. Все. Нет, ничего еще не закончено. Итак, момент истины. Ох, смотри-ка, Ягуар одолевает кобру. Почему к нам не заходит наш... Блин, кошмар. Тут пишут, что кошмар. То есть наш король Кингуша говорит, что чушь собачья на стриме, и он уходит. Ну, ладно, до свидания. Ему просто неинтересно наш стрим смотреть, потому что он привык видеть профессиональную игру. Понимаете? Профессиональную, чтобы там прямо суперкомбинации были там. Ну, понятно. Комбинации, облигации и все остальное. Он разочаровался на нашем стриме. На нашем стриме. Что сказал вообще? Какому еще на нашем стриме? Просто разочаровался. Ну пусть уходит, но я его отпускаю. Разрешаю его покинуть наш стрим. Итак, так, девочки, 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 теперь у нас девчушки. Девчушки-хохотушки. В обоих девчушек по две сиськи спереди. У меня, мне кажется, побольше, если так, если поразмыслить. Но Соня все-таки америкашка. А Милена, она какая-то... Мне кажется, национальность у нее какая-то... национальность желтопузиков. Ну, вы поняли, про что я. Узкоглазая она, мне кажется. А может, я туплю. Все может быть. Так, тем временем у нас происходит какой-то ад. Какая ты вкусная! Я тебя попробовала. Милена выигрывает. Ягуар что-то начал у нас переть. Преть. Файт. Давай. Редфилд, что-то ты это... Сдаешь свои позиции, ты должен биться. Тут мне пишут в чатике, что Милены искусственно сотворенное существо. И пишет, хватит налегать на азиатов. А что налегать? Я просто высказываю свою точку зрения. Никто мне не запретит это делать. Так, тем временем у нас идет... Ну, я бы не сказал, что ожесточенная ботва, ну или битва. В принципе, одно и то же. Но что-то происходит на стриме. Тем временем у Соньки целый есть X-Ray. И что-то как-то она его не использует. Ну, правильно, ждет, ждет. Вберет раунд. Раунд 3. Fight. Так, выжидательная позиция. Нет, Милена атакует. Она прессит своей... О, бам-бам-бам-бам-бам. И в печенку последний удар. И зубки отбил. Бедная Соня. Все, теперь она не будет такой красивой. Она будет уродиной, такой же, как Милена. Только без зубов. О, ждал Ягуар X-Ray Сони и заблочил. Три удара. Так, пружинки вылетают. Все, мне кажется, Милена все уже без шансов. Просто сделала. Или бросок. Так, Егор у нас берет вторую победу. Молодец. Он показывает себя в лучшем свете. Такие зубки красивые. Так, прочитаем, что там написал один из людей, которого я приглашаю себе в это стрим. Не коннектит. Ну, извините. Пока-пока. Так, нас покидают участники. Некоторые нас покидают.
Но если вам не интересно и скучно, я вас не заставляю на моем стриме сидеть. Как-никак, Mortal Kombat все-таки по просмотрам больше всего набирает у меня. Вот. Поэтому Mortal Kombat я никогда не брошу, потому что он хороший. Понимаете? О, понтанулись обои, выбрали неизвестность типа персонажей. Сейчас посмотрим, кого же у нас. Может, там Кентаро с горы будет? Как вы считаете? Как вы считаете? Итак, Кунг Лао против Джакса. Ух ты. Посмотрим, как человек умеет играть этим джексанутым, долбанутым, этим шляпощанутым. И шляпочка. Шляпунька ты моя, шляпунька. Так, так, так. Ну, чё за... О, как... Нельзя так использовать X-Ray, Пашак, ты чё? Я как Джакс говорю. Ой, чё-то какой-то вообще комбо какая-то странная была. Да, это наказывая. Ну, Кунг Лао, Кунг Лао. Я два апперкота подряд. Чё за ад такой? Ну, удар в никуда и берет Кунг Лао раунд. Отлично. 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 Апперкот. Еще. Ну, я думаю, еще раз апперкот сделать. Джексануты. Опять. Что-то он даже землетрясение не отменяет, Джакс. Наверное, не знает об этом. Как вы считаете? Ну, что-то вообще порить комбинации как-то несерьезно, несерьезно. О, решил его затроллить шляпой. Я ты ко мне не подойдешь, потому что ты умрешь. Нубят ужас. Ну, такие вот у нас игроки. Вы уж извините, я не выбираю их. На стартапе сбил. А, все-таки Кунг Лао добился своего и бросил. Бросил и убил, потому что он дебил. Give me respect. Так, что там у меня Тремор Олд пишет? Наверное, не может никак приконектиться. Ну, извини. Чувак, извини. Тут я ничего не помогает. Ничего. Сукальбер. Да, укру. Это разумника, по-моему, не слышит. Ну ладно. Продолжаем наш сегодняшний стримочок. Стримочок. Так, Маргер выбирает опять своего Люканыча. А, ты забыл сказать, что в Mortal Kombat Люканг. Китаец, японец. Вроде китаец. Барака. Борака. Из барака он родился. Барака родился в бараке. Бедный барака. Почему так произошло? Кто скажет? Никто не знает. Только он сам. Он отрастил такие же зубы, как Милена. Так, смотри, как хорошо я сбил. Я говорю, я зашинкую. Так, фаербол за фаерболом. Отлично! Ну... Барака, давай, красава, красава, давай, побеждай. О, этот неприятный звук, я ненавижу этот звук. Он очень противный. Я Арзу кидаю инвайт, пишу сообщение, что-то он вообще молчит. Он даже у него консолька не... Ну, как... Он даже ни в чем не играет. Возможно, какой-нибудь фильм смотрит, или кто-нибудь другой сидит за консолью. Ну... Не получается. Ну, опять шинкует, ну... Да, никуда маленько промахнулся. Что-то промахивается Люканг. Но попадает. Ну, наконец-то попал. Попал ножичком его. Контратака от Люкангыча. Англюкангыча. Ну, наказывайся, наконец-то. Ну, порит комбинацию. Ну, продолжает свою комбо и попадает. Отлично, 36%. А, этот удар спамит.
Маргель спамит и побеждает, помогает его спастись от поражения. Поражения, от поражения. Так, где мой телефончик? Тут уже у меня в чате ругаются матом о том, что насколько игроки слабо попали сегодня на стриме. А или нет? А нет, он что-то прокомментировал. Что-то прокомментировал. Да, это, конечно, вообще, пацаны, что-то ад какой-то. Я повторюсь, конечно, но это мы в аду. Да, это я вообще, я удивляюсь, пацаны. Ну как так можно играть? Только мои комментарии спасают этот стрим, я считаю. Может, они тупые, неинтересные, но хоть как-то развлекают вас. Вас. Надо, смотри-ка, выиграл этот зубасик с мячом. Ну сейчас вроде я сейчас буду биться. Неохота, конечно. Вот честно, бесит меня в Mortal Kombat, что нельзя. Нельзя. Просто сидеть в лобби и комментировать, ну, чтобы не драться. Вот меня больше всего бесит. Надеюсь, они в Injustice это сделают. Потому что это будет ад, если я буду стримить и играть. Адок будет. Будет адок. Так, ладно, продолжаем наш сегодняшний. Да кого же он выберет? О, ненавижу Бараку. Ненавижу эту Бараку Обаму. Покажи класс. Покажешь. С такими лагами покажешь класс. Сейчас быстрее из меня... Сейчас у меня котлету будут делать. Ну или я из него. Ага, бросил эти. Не привык я к этому удару нижнему. Да мать твою, если бы не лаги бы. Да. Попался я на этот... Да, какой тут класс. Тут... Позор сейчас мне будет, я... Позор. Позор Ред Вектора. Ни хрена себе он... Что ты делаешь? Затрахал мой мозг. Как тебе мою комбо? А-а-а! Нет, все, это все. Это вынес мозга. Моего причем. Сейчас, отойду на 2 секунды. Так, вот и я. Да и Бормон. А ты как сделал, что у тебя вместо молнии меч? Так, что у нас тут на стриме-то? Опять у нас Каратос против Ермака. Ермака у нас еще не было, смотрите, он в своем костюме новеньком. Да. Да, это очень больно. Ну, Ермачок, ты чё, дурачок, Ермачок, почему ты тупишь? Почему ты молчишь? Иди вперед! Кричи, ворчи, убей Кратоса в ночи. Складно получилось-то! Складненько! Складненько!
Так, Тремор надо просить опять, чтобы скинул на инвайт. Сейчас, подожди, Тремор. Если ты стрим видишь, сейчас бой закончится, я тебе скину еще раз. Может, получится зайти на стрим. Ну, заколебал ты кидать. Ну, давай, Ермак. Ермак, дурак, давай, дерись, кричись. Да, Игорь, да, Игорь Козырев очень лагучий. И за него я помню, когда он играл. Так, ну все, проиграл, отлично. Решающий раунд у нас сейчас будет. Решающий. Давай, 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 давай. Нифига себе, воткнул ему. В мозг ему его нож. Ну, смотри-ка, наказывает за говно-то. И делает X-Ray. Раз тебе башка треснула. И два тебе позвоночник сломаем твой. О, заказал? За 600 рублей заказал? Тут пишет Игорь. Стритфайтер 3 стейки за 600 рублей заказал? Покупай пока. Цена не повысилась. Тут он. Тут он. Тут он. И удар. Я, кстати, посмотрел чек, почем я купил Street Fighter X Tekken. Знаете, какую цену? 2300. Ну, давай. Кто у нас? Ну, Кредос побеждает. Я за него не болел. Так, тем временем я попробую пригласить нашего еще одного товарища. Товарища, товарища. А, доставки? Так. Идем дальше. Двигаемся параллельно. Двигаемся параллельно параллелограмму. Полелолелограмму. У. А. Г. Б. Джафар, он имеет в виду на PlayStation 3. А ты на ПК дешевле. Я там за 250 рублей уже покупал ключ. Street Fighter X Tekken. Так, Соня у нас. Сонечка. Соня из Одессы. А Кратес из Ада. Кратосеток. Кратосенок. Давай. Даже не кратосенок, а кратосня. Сня, сня, сня. Ня. Ня. Кратосонок. Ну, понимаешь, девушек избивать. О. Ну, нормально, Кратос он. Ай, ну я думаю, в задницу воткнет. Нет, к сожалению, в спину, к сожалению. Контратака. Но Соня попадает все-таки. Ну все, шансов у Сонечки нету. Сонечка практически всосала. Сонечка, ты всосала. Шансиков у тебя нету. Кишочки вырвал и добивает. Глаза мозолит. Кто мозолит глаза? Кратосня? Ну да, есть такое. Почему Эдбун решил добавить Кратоса? Ну, Кратос как эксклюзив для Mortal Kombat. Ой, для Mortal Kombat, для PlayStation 3. А Крюгер? Ну, Крюгер, да, это тут ад, конечно. На тебе, Сонечка. Ну, Сонечка, давай, дерись, борись. Призови к сиськам. Сиськи помогут. Ну, хороший, да. На тебе! Ни хрена себе скомбил. Таким образом, если так дело дальше пойдет, Кратос выиграет. А, молодец. Давай, Соня, давай. Тебе тут твой Джонни Кейджик и Джасик не поможет, понимаешь? Надо биться самой. Взять себе за одно место, прихорошиться и идти вперед. Ну зачем так-то? Чё это такое? X-Ray в никуда.
Надо в куда-то, чтобы было. Это же страшно. Страшно. Ха-ху. Ну все, все, мне кажется, лысый победил. Сейчас будет супер комбинация. О, X-Ray, краси. О, кишочки-то. О, вмазал. Вмажь мне, говорит. Я сейчас тебе вмажу. Каких таких челов? Я пригласил всех, кто в онлайне. Кого я еще приглашу? Скажи мне, пожалуйста. Меня тут спрашивают. Каких челов? Давай, зови всех остальных топовых игроков России. И без проблем. Марик, он душу взял своего... своего... врага. Как Шансунг. Шансунг. Трон. Так, что-то прочитаем. Ну, Пашак, давай. Ты же из Пашаков. Пашаки должны хорошо биться. Опять Кратс у нас будет. Заранее планировать это, пожалуйста, не ко мне. Это не ко мне. Зачем ты вообще снял этот бит? Хочу развидеть это. Так, пока я отвлекусь. Так, ладно. Можно мне зайти? Да заходи, Шмель, чё, без проблем, если зайдешь. Если получится. Ну, давай. Стукни его, стукни. Предфаталь не делает, кажется. У меня да, лагает нормально. Респект. Ферма. Так, скоро я буду тут. А, вот что хотел посмотреть, думаю, что я хотел посмотреть. Так, опять у нас Кратос, что-то у нас без Кратоса никак. У нас сплошной Кратос. Так, 46 минут, да? Ну, у нас стрим долго не будет, поэтому... Думаю, минут 15-20 еще, и стрим закончится. На тебе, говорит. Блин, это арена Кратовская вообще, конечно. Страшная, страшная арена. Лагающая, тем более. Все начинается избиение Кратосом. Кратосик, давай. Кратосик. Дай внубосику. Внубосик. М-да.
Файт. Ну где? Да хочу, чтобы за 20 секунд, за 10 секунд у него просто убил. Просто убил. Бей его нежно. Попи его кровушки. Кровушки, муравушки. На! О, кишочки вытаскивают. Вытаскивают и кишочки-то. У скорпиончика-то. Гироу, охи! Сейчас, Шмель, подожди, сейчас я. Сейчас победят. Я тебе кину инвайтик. Ну. Сейчас кидаю инвайтик тебе. Так, всех от экранов убрать, потому что это будет фатально. Но я его спрятал, видите как? Так, Ашмель, а где ты? Почему ты это? Не в игре. На самом интересном я вам показываю. Да. На сегодня я всех приглашаю. Ну, стрим очень долго. Ну ладно, 30 минут еще стрим максимум. Максимум 30 стрим. Если зайдешь, тогда зайдешь. Не зайдешь, значит не зайдешь. То есть я расформировать лобби не буду. Из одного-двух человек. Кидай инвайт. Эй, чё у меня треугольник не нажимается? А я играю, что ли? Блин, я и забыл. Блин, с ним так лагает адски вообще. Адски лагает все. Адски. Кратос, ты адский. И лагает с тобой адски. Как ты можешь так играть? Как? Скажи мне честно, кто тебе поставил этот шрам на лбу? Чё-то я не понял, чё. Ну чё, начинаем в лагающий Mortal Kombat играть? Да. В воздухе, нифига себе. Чё, сам умный, что ли? А, он не блокирует? Я должен победить. Лежи, малыш, не жди моей смерти. Куда ты прыгаешь, малышня? О, первый раунд за мой. Прыжок? Не получается, к сожалению. Тем временем меня избивают. И меня протыкают. Не помажет тебя эта туфта. Тупой удар. Нормально у меня сантерил. О, нет. Не получилось к нему сблизиться. Тебе это не спасет. Бросил меня, смотрите. Шинкует гаденыш. Нет, враг не пройдет. Надо же сделать комбо. Так, главное теперь... Главное теперь не бояться! А, отлично, наконец-то. Побеждаю. Чё-то я фатальти забыл, как делать. Да, все-таки я победил. Победил я! Так, кто у нас зашел-то? Что там зашло к нам, а?
Шмель зашел. Так, кидай инвайт. И у нас будет полная коробочка, будет практически... Кидаю, кидаю инвайт. Инвайтик я кидаю. Джакс. Ну что, начинаем? Нашу резню. Резню начинаем? Начинаем или как? Ой. А, опять лагучий барака. Удар по низу, путаю постоянно. Не спать. Малыш. Тут идет Джакс. Ой, я... Бляха-муха, пытаюсь поставить блок. Что же я делаю-то, идиот? А и попал он меня. На, и мне в шею. И еще в глазик. А вот и не надо мне тут. Сейчас, подожди, сейчас я доиграю, посмотрю, насчет лагает или нет. Сейчас я одолею его. Ой, попал я под этот. Как же он любит прыгать, а? Заделся, взялся Джакс. Сейчас проверим, есть ли дропы. Да, дропы есть. Ну я не знаю, как от них избавиться, пацаны. Вы уж извините, что я могу сделать. Сейчас спрошу, может, брат начал косячь что-то. Че, неужели-то вы про стрим? Так, я сейчас дерусь, да? Так, против кого только непонятно. Я взял все свои руки. Нет, лагать он будет только во время боя, а не во время... Так, еще какой-то бобр-добр дабл-в. Бобр-добр дабл-в. Ну что ж, фак. Слышите, в прямом эфире фак он написал. Так, Соня, ну чё, и Соньку что ли отпинаем? Ну и Сонечку тоже отпинаем. Эта чушь наказывается. Закидаем его. Ну и чё ты? Думаешь, я тебе ничего не сделаю, что ли? Пока! Да... Так, что-то Соня наглеет. Умри, пожалуйста! Если у меня комбо... Не получилось с него комбинация. Ах ты, он у меня попал! Он у меня попал. Видит тебя, видит. Ну все.
Сдавайся! Враг не пройдет врагу. Отлично, пацаны. Отлично. Сделаем фатальти. Вот, размажи мне мужичок и все остальное тоже. Кажется, победа за мной. Так, кто там еще спрашивал, бросился к нам? Пригласим. Десяточку мне поставили. Мне все десяточку поставили. Я крутой пацак. Мастер добивания. Да вообще я такой. Ну тут достойных соперников на стриме нет, поэтому не так уж сложно побеждать в конце концов. Так, пошаг. О, с ним лучше получше связь. Получше. А народ-то убегает со стрима. Бегите, бегите его отсюда, бегите, чтобы я вас глазов, чтобы я вас не видел, не видел. Смачок. Что это было? Что-то я вообще какую-то чушь делаю. Пока получается. Ну, еще слышал, что могу сделать, пацаны? Я ничего не могу сделать. Джастин тупит. Попал все-таки. Потом запись посмотрите. А, вот как тебе это? Ах, попал. Попал мне. По тыкве. Лежи, сын мой. Есть у меня шанс победить. Апперкот спасает его душу. Очередной... Забиваем гвоздики в землю. Оп. Ну чё, головёшка, сыграем в футбол. На! Разок, еще разок. И полетел. Гол! Каких спецов? Каких спецов не знаю, не знаю. Девяточку мне все. У меня девяточку, десяточку все. Ну какой я крутой. Чё тебе нужно? Тебармармон. Что ты от меня хочешь? Ну каким образом комментировать вдвоем? Там проблемы с этим, чтобы в реальном времени второе видео, тут извращение, камеру ставить, запоздание будут комментировать, поэтому нет смысла никакого в этом. Проходили мы все это уже. Так, Маргель. Так как я стримлю рандомно, находить кого-то конкретно вот сложновато. Поэтому вы уж извините меня. О, Джеки. Этот пришел. Ну вы поняли. Из этих. Не, враг не пройдет. Враг умрет. Ну что ж ты делаешь? Плохой человек. Ой, мне привычка дурацкая, это рюксовую эту фигню делать. Я тебя брошу.
Еще раз брошу! Куда ты, мой лыж? Ты умрешь, ты не спишь. Как? Я сделал это. Я не буду возвращаться. Камера, делайте сами все. Я не хочу. Как это мне получилось? Вмажь его. Куда ты, мол? Не надо пугаться, надо умирать. Ой, как это у меня красиво получается. И я побеждаю. Что-то как-то не очень пошли игроки. Все разбежались, испугались. Потому что я начал играть. Показывать класс. Свой суперкласс. У меня кто-нибудь одолеет? Ты же днище? Не знаю. Не знаю еще. Для того, чтобы... Тут Джафар спрашивает. Ой, наконец-то шмель. Чтобы научиться играть в Street Fighter X Tekken, тебе надо купить PlayStation 3. Вот там действительно крутые игроки. Чего тебе надо? Кого троем? Ничего не троем. Нет. Надо, чтобы много человек было. Человек на стриме, понимаешь? Умри, Вектор. Я уже умер. Извини. Как вам моя комбо? Как, а? Мне смущ... Да, лагает, конечно, ничего. Надо же, не дал бросить. Куда ты полетел? Апперкот! Апперкот! Прошло все-таки комбинация его, наконец-то, дурацкая. Ну, вот это. Ну, что же я делаю, придурок-то, я... Лежать. О, получилось у него, наконец-то, что-то. Я умираю, почему так происходит? Да телепортня меня уже зак... Какая зашаченная битва идет, я проигрываю! Нифига себе, у меня сантиметр. Красиво вмазал-то. Не сопротивляйся. И я проиграл. Я дрался как зверь. Ну, наконец-то я, возможно, здесь покомментировать. Шмель, наконец-то меня кто-то выиграл. А то все как-то слабовато играют. Слабовато. Да, избили меня. Надругались надо мной. Зачем? Это же было очень больно. Товарищи, зачем вы это сделали, а? А? Я же человечишка. Живой человек. Зачем меня бить было? Для чего? Так, опять начинается Кретос. Сейчас выберет... А контрпик сделать, шмель. Стопудово. Нет, он думает. Он в размышлениях. Правильно. Сейчас будет сетками закидывать. Чтобы никакая гадина к нему не подошла. Никакая гадина.
А гадины, они бывают в жизни людей. Так, первая удачная сетка. И давай. Да, сейчас покажут, как играть надо с Айриксом. Это, конечно, не Азер, но все-таки. Ну, давай. Ну, не получается, не получается. Закидай его своими говняшками. Сайрик любит говняшки кидать, видите, вот эти, которые взрываются. Это его особое оружие. Он их высирает и взрывает. Да. Ресет за ресетом, удар за ударом, и Сарекс побеждает. Кидай его, кидай. Конечно, какой-то экшен пошел. Хорошо, хорошо, желтопузик его прессит. Просто убийство. Убийство. Даже жалко Кратоса, потому что все-таки он... Надо же, попал. Но брейки спас Сайрикса. Удар за ударом, удар! Да, наказуха, конечно, у него блатная. На, говорит, лежи, уродец! Ты из этой части пришел, ты умрешь, ты кто такая вообще? И... Вмазал. Итак, есть шанс у с этого... Отлично, красиво, красиво. Конечно, вот это оценочка. Пятерочка. Максимальная оценочка. Пятерочка-то у нас. Ай, пятерочка, родная ты моя. Так, в чате уже кто-то тупит по поводу Xbox, ему беречится. А чё? Не видел. Притворимся. Так, Шмир у нас что, Каныч выбирает? Неужели Каныч будет? Канканыч, нет, Кабала. Так, кого же будет Ягуар наш? Ягуарчик. Ну что ж ты так долго думаешь? Ягуарка ты моя. Ну, наконец-то выбрал. Легко. Ну чё? Чувствую, сейчас Шмель будет всех пинать тут. Я уверен в этом. Как вы считаете, будет ли он пинать? Ну, Ермак, Ермачила. Ермачила, дрочила. Я этого не говорил. А показалось. Я этого не говорил. Это не мат. Бросок за броском, удар за ударом. Так, я с зелеными. Да, что ты меня хочешь? Что ты меня спрашиваешь на стриме? Что ты хочешь спросить у меня? О, великий. Диабармон. Как понять? Не понял. Ну. Кабал практически проиграл. Практически. И что дальше? Давай покажем сверхкомбинации за Ермака. Какую палку? Про что ты? Я не понимаю, про что ты пишешь. Поясни мне, я не понимаю. Давай, 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 давай. Пока-пока явное преимущество колобанутого. Из колобанутых. Ну, закидай, закидай его пилой. Кабал.
Fight. Так, пока у нас равный бой идет. Йо-йо-йо! Фаербол рулит, как вы считаете? Не подпускает Ермачилу к себе. Ну, где у нас? Да, Кабал, конечно, нас зажигает. Зажигательный паренек-то он. Кстати, надо попробовать одну вещь. Ну, конечно, Шмель, конечно, молодец. Я тебе единичку поставлю. Единичку. Ну, ты не обижайся на нее, ладно? Ты не против единички же будешь? Так, что тут у меня? И чё? А, понял, что ты имеешь по слову палки. Стик, палка, палка. Как понять, для джойстики, для комбо, для палки. Что за бред ты говоришь? Ты про управление, про что? Про что ты говоришь, вообще не понимаю. Смотри, шли выбирать Джонни, Джонни. Джонни, Джонни, ты мой родной. Я всегда с тобой. О, смотрите, у нас четырехрукая дура нас. Флаус Виктор, бедная девушка. Бедная моя родная. Почему такая тупая? Тупая. Спрашивается, почему такая тупая? Да, бедная, бедная. Все, что можно отбили ей. И головы, и ножки, и сиськи, и грудки. И он убьет все время по яйцам. Ну, у девушки яиц же нет. Зачем бить? Там же больно. Ей же очень больно. Хотя, что ей может больно быть, если она все равно не это. Не мужик. Нате. Так, значит, я ровно в 3 часа начал. Давайте минут еще 10-15 постримим и закончим на этом. Что это от меня нужно? Я не хочу ничего писать, ничего отвечать. Я просто хочу закончить этот стрим. Потом мне ВКонтакте напишешь, что ты от меня хочешь. Сейчас мозги у меня не соображают. Беме. Так, Сарикс, опять Маргиль у нас выбирает этого кунгланутого, долбанутого, идиванутого. Шибель не может, играя, общаться с тобой. Поэтому не пиши ему ничего. Так, Кунглау, давай. Фаербол за фаерболом, его сеточка тоже рулит. Бросок. Хорошие ресеты, какие комбинации. Шмей крутой, да. Очень крутой. Ногой ей ему прямо в пасть. Так, Шмей у нас берет первый раунд. Ой, промахнулся, жалко. Бросает. Да, Сайкс как легко, как сдраться-то, а? Достаточно выучить комбинации.
И все, и ты труп. Да. Избиение китаюзы. О, я что ли играю? Бляха-муха, ну неохота мне в это играть. Неохота с такими-то лагами играть. Лаги-то тут ой какие большие. Ой, какие большие! У-у-у. Ну что ж, придется все-таки. Какая. Как-никак. Джекс. Так, опять выбирает этого желтого пузика. Желтого пузика. Желтого пузика. Ну что, начнем? А, удар-то мой. Начинается. Ой, не получилось комбо. Это критичная ошибка моя. Начинается. Ну зачем так больно же? Хватит меня сбивать. Ни хрена себе. Ой, у меня же голова не железная. О, запустил в меня своей херней. Не дергайся. Ну, заколебала эта сетка меня. Ну, хоть бросил тебя. Дурацкая сетка. Когда она бьет мою рожу. Что ты делаешь? Нет, я проиграл. Мог взять. Но, к сожалению, всосал. Зангиев. Street Fighter X Tekken сильнее, если умеешь им играть, чем Хьюга. Хьюга-бьюга! Давайте сейчас маленько и закончим на этом. Закончим на этом. Скоро так. Надеюсь, вам нравится моя стримовка. В противном случае просто не подписывайтесь на мой канал. Выступайте в моей группе ВКонтакте и не пишите всякие дебильные сообщения, которые я могу удалить и забанить вас. Для кого вы это пишете, непонятно. Себе самому, что ли? Так, опять надо скрытаться. Они уже встречались. А, нет, подожди, Шмель не выбирал Скорпион еще. Или выбирал? Я не помню. Ой-ой, надо полный экран сделать. Полный экран! Герои! Ну? Я, говорю, тебя запинаю. Ну как, он не наказал, а все-таки попал. Повезло Скорпиончику. Отлично. Начинается. Бедный ниндзючка. Ниндзючка бедненький. Бедный ниндзючка. Чувствую все. Капут. Капут. Всем капут. Fight!
получилось, к сожалению. Давай, Скорпион. Ну, не Скорпион, наоборот, я за этого болею. За Кратоса. Сделай что-нибудь против этого зловещего чувака в маске. Пока ничего не получается. Да, Кашим, конечно, прям отжигает. Чего? Блин, у меня мой телефон сошел с ума. Ну ладно, пацаны. Всем пока. Сегодняшний Mortal Kombat стрим завершается. До новых встреч. Не забывайте кликать на баннер, если вам понравилось. И подписывайтесь на мой канал. Всем пока.